Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Анжелика Самойлова появилась на свет в маленькой удмуртской деревне. Позже с мамой и отчимом она переехала в Свердловскую область, в город Асбест. Девушке было 17 лет, когда она решилась принять участие в городском конкурсе красоты. Привлекательная внешность Анжелики позволила ей занять первое место. Успех окрылил юную особу, и Самойлова утвердилась в решении пробовать себя в творческой профессии. Ведь еще со школьной скамьи она хотела быть актрисой. Подала документы в Театральный институт Екатеринбурга – но первая попытка оказалась неудачной. Анжелика не остановилась и на следующий год все-таки стала студенткой выбранного учебного заведения. В студенческие годы на красивую девушку обратил внимание Александр Пашков, учившийся на другом курсе, и стал настойчиво ухаживать. Несмотря на то, что Анжелика была старше Саши, она все-таки согласилась стать его женой. В 2000 году влюбленные сыграли свадьбу в кафе Свердловской киностудии. С той поры Анжелика носит фамилию супруга – Пашкова. В семье родилась первая дочь Алина. Вскоре после этого они перебрались в Москву. Хоть Анжелика и мечтала о театральной сцене и хороших ролях в кино, она решила посвятить себя семье. И действительно стала прекрасной домохозяйкой, заботливой женой, мамой. У супругов родилось еще двое детей – девочка Ксюша и мальчик Федор. Семейная жизнь шла своим чередом. Саша был востребован в кино и театре, но и Анжелика старалась внести свою лепту в благосостояние семьи. Пытаясь помочь супругу в карьерном росте, она стала его директором. Брак казался идеальным на протяжении 17 лет, но в один момент все разрушилось, когда Анжелика узнала о связи Александра с другой женщиной. Он отпираться не стал, признался в отношениях с коллегой по театру Кариной Романюк. Пашков собрался и ушел из семьи. Анжелика отучилась в киноакадемии Никиты Михалкова, специальность продюсирования. Сейчас она занята продюсерской деятельностью, снимается в кино, играет в театре, в котором ей приходится пересекаться с бывшим мужем и его новой пассией. Пашков в 2015 году женился на Карине, у них родилась дочь Варвара. Детишек от первого брака он не забывает, помогает материально. А они, в свою очередь, смогли найти общий язык с маленькой сводной сестренкой Варей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!